На Колыме подходит срок выборов главы города. Депутаты Магаданской городской думы утвердили изменения в порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Раньше кандидаты на должность градоначальника узнавали о начале конкурса за 30 дней. Теперь срок опубликования решения о проведении составит 45 дней. На сегодняшний день уточнены, скажем так, ряд моментов, особенно это фиксация регистрации кандидатов, чтобы люди понимали, сколько у них есть времени, какие документы им нужно подготовить для того, чтобы подать эти документы. Есть конкретно 45 дней для того, чтобы это сделать. То есть на сегодняшний день мы можем сказать, что вся подача документов и все остальное, оно стало более прозрачным, более четким. Список документов от кандидатов дополняется справкой об отсутствии судимости. Такой документ выдается в течение 30 дней. Поэтому порядок дополнили нормой о том, что такая справка может быть предоставлена не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса.